Экстремальные условия для них не помеха. Современные гибриды подсолнечника и будущий урожай смогли оценить аграрии сразу нескольких районов. На демонстрационном поле компания «Агросервис» представила российские гибриды и лучшие разработки, унаследованные от иностранной селекции подсолнечника. Мы во Владыкино арктического района высеяли поле экспериментальных гибридах. Здесь представлены гибриды НПО «Селекция», это российское производство, и сербские гибриды от компании «Гарант Оптима», город Белгород. Это гибриды под экспресс-технологию, 5 гибридов, и один гибрид под систему «Клеарфилд», ну, «Евролайтинг», ее многие знают. При выборе гибридов главное не только высокий потенциал урожайности. Важны и свойства подсолнечника. Быстрый старт, засухоустойчивость, способность противостоять болезням и агрессивным расам заразихи. На сегодняшний день я рад, что мы представили вот такую картину. Хотя люди говорят, что здесь может быть там удобрения внесено, там какие-то вещи. Ничего не вносились. Я всем, с кем встречаюсь и кого хорошо знаю, рекомендую наши гибриды, которые имеют место самое, использовать в дымопосевах. Во-первых, они сократят финансовую сторону приобретения семян. Дальше это будет, во всяком случае, экономически эффективно. Заявленные высокие качества гибриды подтвердили. Несмотря на засуху после посева, корзинки подсолнечника без пустых зерен. Урожайность ожидается высокая – 25-27 центнеров с гектара. И в Арктическом районе, в Аткарском районе, в Самойловском районе гибрид «Айриш», он представлен в промышленных площадях. Он под технологию «Экспресс», устойчив к заразихе, толерантен к заболеваниям, гибрид для Саратовской области. И, что самое важное, ценники у всех представленных здесь гибридов, они небольшие, то есть в пределах 13-14 тысяч за посевную единицу. Это гибриды золотой середины. Они неприхотливы к агроклиматическим условиям и способны давать солидные урожаи. А оптимальное соотношение цены и качества – это ключевое преимущество при выборе семян.